Вот, видео посмотрел одного придурка, да? Он как нажрется, он всегда лазит по подвалам, да, по помойкам по всяким ходит, да, мусоре копаться начинает. Ну, дебил, да, полнейший, вот. Снимает, какую ебище полнейший, ничего не понимает. В темноте темно, ему пофигу, он все равно в темноте снимает, видите что? Вообще похеру, да? На все, в темноте ничего не видно, будет что видно, не будет, все равно снимает, потому что нажрался, да? Нажирается и снимает, вообще офигеть, да? Это называется видеоблогера, да, в 2018 году. И снимать не умеет, руки из жопы, все вообще. Ты вот такой тупица, а? Полнейший, да? Мало того тупица, а еще у него голос точно такой, вообще голос девчачий вообще, ну и нафиг. Вообще, эти челочный, пидорский голос, вообще ужас какой-то, вот, и дебил какой-то полнейший, да? Вот, снимает идиотина, да, пофигеваешь просто, да, как так можно, да, снимает вообще, пофигу ему на все, да, вот, вообще, пофигу, да, идиот, полнейший идиот, идиотина, да, и при этом еще, не знаю, может, что-то он говорит, там, может, что не говорит, ну, скажи что-нибудь, да. Вот, послушали, да, лучше заткнуть обратно, да, идиоты. Пуша видео нет, а звук что слушать тогда, если видео нет нихера. Вот, и дебил полнейший, да, унитас. Полнейший дебил, да. Клоун и циркач. Как так можно? Тоже мне. Снимает он. Да унитас, клоун и циркач. Ой, дебилоиды такие, да, существуют на свете, да? Камеру ровно держи, не умеешь камеру держать, нифига, да? Идиотина, держать камеру не уметь, лазить где-то еще. По парашам копается, да, вот вообще. Жуть какая-то. А вот, лазить, лазить. Чего лазить-то? Не умеешь ничего, и дома сиди. Лазить тут он тут. Офигеть вообще, да? А я за него еще видео монтирую, да? И сам не умеет видео монтировать, да? А идиот, да? По парашам, видите, копается вот. Долбоёб, полнейший ты дебил, да? Вот. Куда, видите, за свет получается? Яркости добавляешь, за свет получается, офигеть. А там темно. А тут императивные, то есть, да, настройки только в этой программе. Вот. Криворукий не умеет снимать просто, да? Я оператора этого уволю, другого себе куплю оператора, это шибко вообще. Пиздец, да, оператор. Это и оператором называется, да, вообще. Жуть, видите, где лазить, да, оператор. Мог бы какой-нибудь парад снимать, да, на Красную площадь ездить. В мавзолей сходить Ленина, поснимать, как он там руками шевелит. Нет, и ему подавай какие-то шкафы открывать, да. Не может пройти, тоже у него такое есть ошибка, это оператора. Он пройти не может, да, мимо этой коробки, есть что-то закрыто, обязательно надо открыть, посмотреть. Ну, дурачок, это понятно, что это дурачок. Нормальный человек будет таким заниматься, да? Вот. И, конечно, не будет, да? Только дурачок, видишь, опять в темноте, да? Опять в темноте, у тебя подсветка есть в телефоне, включи, идиот, блядь. Не, пьяный просто, вообще, пьяненький, бегает, да? Нажирается и бегает потом, лазит везде. На подвиги его тянет, да? На подвиги тянет, идиотина. Вот офигеть, просто не встать. Вон, ну, полез куда-то вообще. А потом еще говорит, а я не помню, где я вчера был. Ну и правильно, что я не помню, что ты лазил вообще по хрени какой-то, да? Весь поцарапался, да, там. Поцарапал, руку себе расцарапал, там еще что-то расцарапал, да? Куртку продырявил, да, профигачил, да, помял всю куртку. Кого-то его этим домом придавило прям. Крыша на него рухнула. Идиот полнейший, да, дебил. Вот, снимает что-то, опять в темноте. Видите, как контрастность, не умеет ничего, оператор криворукий. Вообще, да. Еще видеоблогером себя называют, я говорю, видеоблогер. Дебилогер. Вот, и не видеоблогер, а дебилогер. Тебе кликуха дебилогер будет. По жизни, вот. Вот, и видишь, что творит. Куда ты снимаешь? Подсветку включи, у тебя есть подсветка, наверное.
На камере, блин. Вот дебила кусок. Ну да, он какой-то. Да, он полнейший, да? Чё-то там еще вякает глазком своим таким песком. Ви-ви-ви-ви-ви, такая вякает что-то. Ви-ви-ви-ви-ви, там вякает. Ты не вякай, ты лучше нормально камеру держи ровно. Не дергай ей, как диод. Ничего не умеет, да? Горизонт заваливает. Во, офигеваешь от него, от такого, да? Что-то там. С бутылкой пива, видите, ходит сбоку, там показал Жигулевское. Вот да, унитос полнейший. Полнейший, да, унитос. Чё с бутылкой ходить? Ладно. Вот такой вот он. Опять в темноту зашел. Видите, что происходит? И это называется видеоблогер, да? То есть, да, оператор. Горизонт не заваливает. Да, он, блядь. Не может ни камеру держать, ничего. Это блогеры называются современные. Ни камеру не держать не умеет, ни хера, да? Вот, и вообще ничего не умеет, да? Руки пушат из задницы, и пиздец. Наверняка и монитор записывать, если будет, то без ОБС будет записывать просто на телефон, на смартфон будет снимать и записывать. Ну, криворукий, да, это пенсионер, простите, на такое, да, а оператору, да, ну, пьянь просто оператор, да, какая-то жуть. Ничего не умеет, вот, ничего не умеет. Молодежь это испортилась вообще, да, вот. Молодежь испортил, да, не умеет ни хера, ни снимать, ничего вообще, ничего. Все должно уметь, ни хера не умеет. Охуевают этого, да, снимает, что-то показывает. Показывает, что-то вякает там, вякает. Ты не вякай, ты бе-бе-бе своим, не надо. Не надо бе-бе-бе. Бе-бе-бе, не надо. Не надо тут. Крутит что-то, видите, что творит. Его снимать дали ему. А он что-то крутит. Какую-то тут это самое, щелкает выключатели, тоже идиот. Зашел и не трогай ничего. Нет, пьяный вообще, лазит везде, да? Все ищет, что-то он себе найдет тут. Тут, в принципе, ничего найти невозможно, кроме пиздюлей себе, да? В этом доме. А он ходит, лазит, что-то там снимает. Снимает, что-то там снимает, думает, он умный. Умный дурачок, попка дурачок. Умный он думает, да? Лазит, снимает, да, он какой-то полнейший, да, ему видосы на YouTube еще выкладывает. Офигеть, не встать. Вот, на балкон зачем-то выходит. Ой, идиот, да? Снимай так, не выходи никуда. Если снимаешь темноту, снимай там потом. Потом яркость не соберется. Второй раз, похоже, одно и то же снимает, да? Это же надо быть таким придурком. Полнейшим. Ладно, в общем, надоело смотреть этого идиотину. А, господа. Не, а все-таки досмотрим, куда он дальше пойдет. О, идиотина ходит. Да, лазит по балконам, все смотрит. И банки тебе нужны, они банки-то эти нужны тебе. Ой, дурачок, да, дурачок полнейший. Да, он придурочный, припадочный это создание. Вот, что-то лазит, лазит. Лазит, лазит, что-то там смотрит, что-то там. Вя-вя-вя, опять вяка, что-то там вяка, вя-вя-вя. Ля-ля-ля-ля, блядь. Офигевает, вот он. Тоже мне придурочное создание, это понятно все. Все это понятно с ним. А вам, наверное, тоже. Но на том даже видео и закончил. Он даже по нормальному видео закончить не может. Это чернотой просто, темнотой.